О, да. Шах. Интересная комбинация. Комбинация? Кто сказал комбинация? Я спец по комбинациям. Командовать парадом буду я. Извините, я, кажется, забыла представиться. Я потомица великого комбинатора, или просто Ося. О, да. А это моя питомица, киса. О, нет. Хамиш, парниша. Брысь, киса, брысь. Девочка у меня шустрая, привыкшая к спартанской обстановке. И это ваша девочка? Девочка, девочка. Кто скажет, что это мальчик, пусть первым бросит в меня камень. А правда, что вы живете в пункте? Жуть. Папаша, вы пошлый человек. Во-первых, не пункт, а Петродворцовый учебно-научный комплекс. Во-вторых, я здесь, чтобы сделать из вашего болота райское местечко. Блеск. Поэтому я говорю, здесь надо устроить конкурс красоты. А как? Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное. Приезд нашего жюри обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое личное участие. Хо-хо. Хо-хо. Ого-го. А кто за все это будет платить? Студенты? Какие там студенты? Студенты денег платить не будут. Они их будут получать. За границей нам поможет. Это же все чрезвычайно просто. Ведь на конкурс с участием таких леди съедутся ценители красоты всего мира. Но для начала надо определиться с местом проведения конкурса. Шайба. Дворец культуры и науки. Кстати, почем опиум для народа? Полтинник для студентов. Так, значит, сделаем проход по смарт-картам. Пройдем сюда метро. А двадцатку откроют? Может, тебе еще и дать ключи от квартиры, где деньги лежат? Ужасно. И еще. Наземный транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Отсюда вытекает аэропорт Пунково. Регулярное отправление во все концы света самолетов, включая Алматы и Саров. Мрак! Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию я беру на себя. Материальных затрат никаких. Ого. Ну, что вы на это скажете? Устроим! Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся.